голосование 17 сентября. Всего принято бюллетени 360 за, в стандартном ящике 245, в переносном ящике для голосования 17. Видите, дополнительный граф не заполнен. Но они должны быть заполнены. Зачем? Время неверно указано в документе. Это ведомость ваша или как? Как она правильно называется? Ведомость передачи избирательных бюллетеней членами УИК с правом с ПРГ для выдачи их избирателей для голосования. Ответ. Просто ошибка была. Напишите, устранили. При получении там жалобы на месте устранена. Они сразу на два заявления, да, ответят? Я два отправила. Все. Знаете, там сейчас куча, они могут чесать аппараты вытянуть. Да, подписи нет. Переносной ящик для голосования. Помещение для голосования. Стой. Ящик номер один.
какой-то. Я сделаю. Тестирование, да? Значит, с нарушениями реестра заявлений о голосовании вне помещений для голосования. Нет, значит, фамилии, имя, отчество лица, передавшего заявление или устное обращение, не зафиксирован номер телефона. Кроме того, вот вторая страница, здесь девятая графа, подпись члена комиссии, который принял это заявление, да? Этого нет. Смотрим, да? Вот. Ну, здесь кое-где есть, вот три записи, а в остальных нет. Ну, это нарушение закона, то есть реестр оформлен с нарушениями избирательного законодательства. Да, пишите жалобу, оформляйте. Здесь нет адреса. Как может быть такое? Куда поедет комиссия проводить голосование? Номер телефона там сейчас лежит. Нет, ну, реестр вам для чего? Он полностью заполняется. Это же не я придумала. Это закон требует. Здесь нет вообще номеров телефонов. Вообще нет этих каких-то. Подписи членов комиссии, который принял это. Значит, это о чем говорит? Что заявления не было, обращений не было. И при этом здесь якобы включен на сколько человек? 66 человек. Пишите жалобу на протестование реестра и голосование вне помещения. А комиссия уехала уже? Да. А где выписка из реестра? Кто оформлял? Извините, я предупреждаю, что я снимаю. Скажите, пожалуйста, а кто был на участке в момент голоса? Нет, кто был на выезде? Нет, а кто был на участке? Вы были, да? Я как вы? Представьтесь, пожалуйста. Я в момент. Да? В данный момент я на избирательном участке не находился. А кто находился из полиции? После. То есть из полиции никто не находился? На избирательном участке. Пожалуйста, представьтесь, вы должны представиться по первому. Штаба МО МВД России Малодербецкий. Подполковник внутренней службы Менкеев. Спасибо большое. Да, 120 участок. Сейчас 18:30. Вот сидит председатель УИК, которого не было час после совершения вброса. Урну поставили спустя полтора часа. Вторую, а вот эту, куда вбросили, опечатали через час. Время сейчас 18:49. У нас бюллетени еще до сих пор после выездной комиссии в ящике номер один не были переведены в сейф-пакет. Пишется повторная жалоба.
Да. Что случилось, Надежда Сяевна? Мне уже надоело уже тут бегать. Я сама двигаю этот сейф в зону. Это... Почему я хожу? Я плотнее, плотнее, плотнее сделайте, плотнее, чтобы вот этой щели не сегодня было. Сегодня надо было ему дать ответ. Они сидели, ждали. Сказали, до утра будут сидеть. Нет, вот стоят рядом со мной. Появитесь, пожалуйста, перед камерой. Кто вы здесь? Где вам? Ну, давай вдвоем появимся. Я секретарем вам вдвоем. Сказали, спросите про индикаторную ленту. Нет наличия индикаторной ленты. Я уже не знаю, кого слушать. Розалия, возьми, пожалуйста. Алло. Да, здравствуйте. Второй сейф, а у нас в одном сейфе все бюллетени. Который маленький? Не забираем этот? Серый. То он пустой. Он пустой. Тоже поставить его? Хорошо. Хорошо, сейчас переставим его на камеру. Вот, вот, сейчас, вот. Сейчас вам они звонят, только что требуют, чтобы опять еще пост переставили этот сейф. Я уже не знаю, кто таскает. Ну, а то давайте пошли. Я уже Алисенька не знаю, кого слушать, честно говоря. Я их не слушаю, они на меня жалобу пишут. А эти тогда под камеру тоже поставьте. Тогда вот этот не видно. И вот тогда надо вниз. 23, что тебе вам пьют? Ну вот эти. Тут же камер нету. Вот это тогда туда вот так вниз. Пожалуйста. Там под камеру ставьте тогда уже все. Чтоб не было нареканий. Нет, туда ты. Все, Розалия, уходим. Выходите, все. Сотрудник полиции. Выходите. Завтра во сколько мы? Выходите, выйдите. Нет, во сколько мы завтра? В 6 часов, я вам сказала. Без опоздания, да? Без опоздания? Ну почему я должна вам контролировать, опоздаю я, не опоздаю? Я вообще могу подъехать. Но вы же говорите, что вы будете вскрывать сейф в 6 утра, так? Может быть, это ваша же... Ну вы мне скажите, я тоже человек. Я приеду в то время, в которое вы мне назначите. По-моему, человеческий фактор здесь вообще не учитывается. Но я у вас спрашиваю, во сколько мне я подъехать? Вам сказала, вы мне сейчас скажете, откуда мы знаем? Вы... Во сколько вам приехать? Я не контролирую ваши действия. Когда вам приезжать, когда вам уезжать? Вы же будете сейф вскрывать в нашем присутствии. Шесть? Да вообще можете не уезжать. Ну я же вам не грублю, я просто спрашиваю, во сколько мне подъехать для открытия... Во сколько можно подъехать для открытия сейфа? Ну в шесть приезжайте и сидите, ждите, когда вы приедете. Ну как это сидите? Вы скажите, я к этому времени подъеду. Я вам говорю, в 6 часов. Вы в 6 утра здесь будете. Я хочу ответить, да или нет. Я не могу такое сказать, поскольку я не робот. Я не робот. Я у вас хочу поинтересоваться. Может, я вообще сейчас поеду и умру. Ответите, пожалуйста. Я вам ответила, в 6 часов приезжайте. Во сколько будет именно сейф вскрываться? Я вам не могу. Вы мне скажите в то время. Значит, тогда давайте назначим в 7 утра.
И тогда это и... что, свидание, что ли, мы назначаем друг другу? Я не понимаю. А почему я в 6 утра должна прийти, и вы к 8 подойдете и будем вскрывать сейф? Вы мне скажите, вы же сами сказали, приезжайте в 6 утра, вы в 6 утра приедете. Девушка, я вам сказала, я приеду. Мне уже надоело. Вот так не хотят с нами разговаривать председатели УИКа номер 12. Наталья Борисовна Макарова. Сначала говорят в 6 утра. А теперь сидите, ждите. То выгоняли сегодня в течение дня. Всего доброго, до свидания. Пакеты 795-913. Количество избирателей, получивших избирательное бюллетени, 72. Надеюсь. Книга прошита, все отпечатано. Убирает в сейф. Тоже прошу его недействительно. Тоже красная лента была снята, индикатор красный. На этом все в пакете. Вы не мешаете работать? Я не мешаю работать. Я говорю то, что по закону просто нельзя красную ленту индикаторную вообще трогать. Просто поэтому она и возражает. Она же не от себя. Ей сказали, что... И вы председатель СМО? Нет. А кто вы? А это... Я знаю, что вы Кушнарева, правильно? Да, да, иди сюда. Сюда, сюда. Большие бачки нам в этот год поставить. Я уже не могу, я в прямом эфире это все было. Я не могу отменить, это все было в прямом эфире. А как, вот она мне сейчас говорит, что это была бабушка, что бабушка это самое. Ну как она, бабушка могла мои данные паспорта знать и расписаться под меня, это как так, не думаю. Сейчас смотрите, пойдемте, вы проголосуйте. Идемте. Я проголосовал уже. Или вы мне дадите 50 бюллетеней выявить свой голос? Нет, вы проголосовали, главное? Я свой выбор это уже сделал, да. Все хорошо тогда. Все в прямом эфире идет. Измерили 2,5 метра ленту. Надо было вот так сделать. Вот так надо было ленту сделать. Вот так? Ага. Лучше. Если вот так посчитать, то больше будет 2,5 метра. Правильно? А то 2. Шучу я. Плюс-минус. Что вообще количество?
Вообще мы быстро посчитали. Сложи. А, сколько в итоге заявлено? Да. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателями, проголосовавшими на срочно. Срочно нас проголосовавшего нет, цифра 0. Сколько нас? Цифра 0,4. Пока 4. Так, число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссии, избирателям в помещении для голосования, всем голосования. Цифра 4. Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссии, избирателям в помещении для голосования и не голосования. Давайте по одномандатному. По одномандатному 851. Четвертая строка. 800. Нет, вы же по одномандатам точно помните. По одномандатам. Посмотрите, там разница. Да, 850. Одномандатный. 851. Точно? Вот видите, кто вас будет нужен. 851. Федеральному 854. Четвертая строка. 654. Следующая строка номер 5. Да. 1, 3, 4, 5. Давайте. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавших не получили для голосования, не голосовали. 52. 52. КПРФ 30 голосов, зеленые 8 голосов, ЛДПР 14 голосов. Коммунисты России – 3 голоса, пенсионеры – 3 голоса, Единая Россия – 114 голосов, Справедливая Россия – 10 голосов, Партия Родина – 1 голос, Новые люди – 5 голосов, Яблоко – 1 голос, Испорченных – 6 штук. Всего? Всего 195 бюллетеней. Правый, на
43, да? Угу, хорошо. Я свой выбор сделал, голосую за Убушила Санала. Я свой выбор сделал, голосую. На участке номер 30 Эльвире Айси огромная благодарность за их за добросовестное отношение к работе и взаимопонимание. Спасибо вам. Также заикание, да? Да. Thank you.
идет подсчет книг учета. Каждая страница считает. Вручную, да? Мы все объявим по каждому этапу. Вот будем зачитывать и заносить. Вот я его сюда перемещу, потому что я раньше не хотел, думал, закроется вам. Сейчас будем погашать и сразу их в мешок и закрутим, чтобы не было никаких поползновений. Так, тут отрезание левого нижнего угла. Сейчас это долгая процедура. Большой узор. Так, сначала мы действуем пока, не пока, а все время сначала по одномандатному. Продолжение следует...
надо? А надо? Нет, нам не надо, потому что все разобрали. Во вторник сырье зачем роспись отправлять? Одному избирательному округу 13 испорченных, Манжикова 13 голосов, Чиджиев 2 голоса, Вышкварах 10 голосов, Марилов 1 голос, Убушиев 24 голоса, Очергаряев 1 голос, Катенова 13 голосов, Башанкаев 93 голоса, Бамбаев 18 голосов, Бабаев 7 голосов. Всего 195 бюллетеней. Согласно данным подсчета по федеральному избирательному округу, число неиспользованных бюллетеней составило 539. 539. Значит так. Мы вносим в строку 6 протокола 2. 539. Строку 6. Ага. Согласно акту территориальной комиссии, участковая комиссия получила избирательные бюллетени по федеральному избирательному округу 1120. Изменяем графу 2. Девушка,
отражены и суммированы секретарем и внесены в последнюю страницу списка избирателей. И соответствующие сроки разбора. Так, приступаем к заполнению строк. 1, 3, 4, 5, протокола 1. А, вот здесь написано. Подсчитать и огласить итоговые по всему списку избирателей соответствующие данные. Строки 1. 1. Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования. На 20.00. Вот так вот. 1246. Число избирателей, внесенных в список. 1246. Мы же писали, да? 1246. Точно? Точно. 6. Так, третья строка протокола 1. Третья строка, чувак. Число избирателей, избирательных бюллетеней, выданных. Пятое. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателей, проголосовавшим вне помещения. 37. Есть такое дело. Thank you.
Видите, вот путаница выходит. И потом мы не можем вот это ей исправить, там уже нельзя писать. Потому что они как черканут, вот иногда так делают. Черканули с фамилией, даже мой паспортные данные заполнили, да? Ну, а что... Как быть, так, не понял? Как быть, если она там расписалась уже? Как быть? Не, ну а как она мои паспортные данные, мы можем знать, не понял? Я не буду разговаривать, я приехал отдать голос за кандидата, которого поддерживаю. Я приезжаю и вижу, что вместо меня уже расписаны, даже данные мои паспорта заполнены. Да как так, не пойму? Ну не надо снимать на видео меня. Отключите, пожалуйста. Вы кем являетесь? Председатель участковой избирательной комиссии, правильно? Номер 209. Пойдемте поговорим. Подождите. Идемте. Я не хочу разговаривать где-то там. Пойдемте, я буду разговаривать только на камеру, девушка. Скоро вы скажите, кто вас купил? Это так, ошибка вышла, если бабушка... Ошибка так не может. Сюда. Бабушка вместо меня данные мои заполняет. Считают чистые бюллетени. Так, минуточку, мне с вами надо переговорить. Камеру уберите, вы меня не снимаете. Я имею право снимать. Вы меня не имеете снимать. Права меня ограничивать. Ну, мы сейчас оставим жалобу в таком случае. Делайте. Сделаем, не переживайте. Угу. Не снимать его не имею права. Дома. А мы находимся в общественном месте. Но я вам не разрешал снимать. Вы сейчас такую несусветную чушь несете. Да, да, да. Вчера. Да. Вы еще и хамите. Вы еще хамите? Слово сказал? Что вы тут ерзаете, не пойму. Представитель, общественный наш представитель попросила вчера проверить эту книгу. На предмет... Мы проверили. Мы проверили. Вы же ей лично не дали, вы сказали ей со слов, что прописано такое. Я вот взял лист, он вам, вот фамилия это, одна. Это он сказал фамилия одна. Да. Он вам сказал со слов. Он вам эту книгу дал полистать? А я не имею права давать. Она имеет право, как нет, общественный наблюдатель. Я вот показал, вот, что вот книга, вот фамилия одна, все. Она имеет полное право посмотреть все эти книги, нет, лежащие на столе. Нет, я ее вот визуально показал. Вот, представитель подошла, вот справедливо сидеть. Человек подошел, вот фотографировали. Вот, у нее полные права. Нет, я вам говорю, визуально только может быть. Она не имеет права брать ее в руки. Да, визуально я показал всем. Она имеет право это посмотреть. Вы эту информацию получили со слов? Он сказал, пошел посмотрел. Вы же имеете полное право не то, что по моей просьбе, вы имеете право ее, и у вас есть такие права, вы можете пролистать все эти книги. Нет, у нас нет таких прав, извините, пожалуйста. Ну, мы будем составлять соответствующую жалобу. Вы вообще здесь самоуправством занимаетесь? Какое-то у вас отдельное государство, что ли? Мы просмотрели все, мы посмотрели визуально, нам пролистали, мы посмотрели. Общественный наблюдатель имеет право просматривать эти книги, не касаясь их. Ну мы о чем говорим, нам мы открыли, мы просмотрели с утра сегодня. Она имеет право быть рядом, а он взял ей и сказал только словесно. Так что? Предложили утром, прошлись. Я нет, сказала, это было вчера. Это было вчера. Это девчата вчера была. Сегодня нет. Ну, я и вчера, и позавчера ходила, проверяла. Это было вчера. Нигде пометок не было, карандашов. Не, она имеет право посмотреть эти книги, не касаясь. Они обязаны, не касаясь. Правильно. А их задача пролистать их поштучно. А этот товарищ, по моей просьбе, моей соратницы, значит, лишил ее этого права во всех. Посмотрел, словесно сказал. Словесно, знаете, можно все что угодно сказать. Вы дайте документально это все проверить. Простите, нам визуально показали, все просмотрели. Конкретно визуально она не смотрела, он посмотрел и просто со слов ей передал. Мы решили, сколько у вас там человек. Если вы хотели посмотреть, прямо сейчас можно это посмотреть? Если это нет, сейчас в этом нет. Это разговор был за вчерашний день. Сегодняшней а вы кто являетесь? Разговора нет, вы не впутываетесь. Это, пожалуйста, сейчас мы разговариваете и там обсуждаете свои. Зачем слова? Обсуждать? Пусть все прекрасно все слышат и видят. Вы вообще представьтесь, вы кто? А вы кто? Я Наймин Сергей Юрьевич. Очень приятно. В частном порядке, если говорить. А вы? Я Татьяна Александровна. Вы являетесь кто? Член совета. Товарищи, вы, пожалуйста, не мешайте людям проходить голосование. Займите какое-нибудь место такое удобное для того, чтобы люди проходили. Пошлите туда. Угу. Thank you.
все отказываются. Печалька, печалька. Все против нас. Все против нас. Отказали. Молодой человек, молодой человек, что вы делаете? Аня, у нас сброс на 120, на 120 участке. Батер Валерьевич, позвоните. Засняли, ага. А, лицо нет. Да. Сейчас, я выложу, да, беседу. Ага.
Ну, давай, сейчас. Это персональные данные. Подходишь, нет, пишешь это акт. Каждому смотришь права, смотришь паспорт каждого, он должен показать вам. Вы смотрите списки избирателей, вы можете посмотреть списки избирателей, какие, так, сколько, давайте, чего. Так, давайте тогда будем уточнять. Вот давайте. Я, ну, вы даете, я вообще первый раз слышу, что... Это закон. Это не работает. Так, это персональные данные. Он совещательным голосом. Если наблюдатель, вопрос... Он совещательный. Правильно. Но он не решающим голосом. А разницы нет. Почитайте закон. Закон вы знаете. Это персональные данные какого человека? Допустим, я пришла. На каком основании он может... Я, может, не вот хочу вас... совещательным голосом. Вы почитайте. Ладно, ладно, у вас свое, у меня свое. Я напишу по этому поводу. Сейчас я с Ларисой Дорожиной... Конечно. Они у вас не обучили совсем. Мы вчера с ней разговаривали. Вот такой уже вопрос. Я настала, что это персональные данные. Да. Не написано. Вы закон, посмотрите, 29-я статья. Ну как не написано? Вот вы... Это постановок. Вот ему нельзя эти персональные данные. Другому, ну, там, ладно, другому нельзя. Да, а не будет, потому что члены совещательного голоса, они имеют право полностью смотреть все эти вещи. А не сидеть на посиделках. Зачем эти посиделки, как они нельзя? Я не знаю, где с тем, например, спокойно сижу, привет, все схожу, все делаю, сам расположен, и стоят. Выйди спокойно, потому что это его право работать. Это закон, мы установим. Ну все, присаживайтесь на свои места. Ничего не присаживайтесь. Короче говоря, вы смотрите списки избирателей. Вы влияете, смотрите, покажете. Если вам запрещают, вы для этого... Вы для этого... Посадите, пожалуйста, вы мешаете работать через участковую комиссию. Я вас спрашиваю, вы здесь тоже. Новые люди. КПРФ. 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 Единая Россия, новые люди, КПРФ, справедливая Россия. Вообще в ударе. Она, наверное, дыхание все равно, наверное, душилась. Нет. Все, Михайловна? Что, не успокойся. Где у тебя второй? Я снимаю. Вот председатель. Пожалуйста, вы бездействуете. Мы хотим, чтобы вы опечатали урну. Все. Хорошо. Сейчас мы подали жалобу, но давайте жалобу. Мы уже подали, мы хотели подать, но ваш секретарь отказался принимать. Девушка, ваша председатель их на месте. Спасибо большое. Вот это председатель УИК. Да, мы подаем жалобу.
Сейчас уже посмотрим. Сейчас уже 17:37. Все случилось час назад. Председателя все это время почему-то не было. Почему-то не было на участке. Урна все еще не опечатана. Все сидят просто спокойно, мило. Да. Вот председатель читает жалобу. В Гроздской какой партии? Через час. Да. Откуда мы знаем? Вы должны опечатать урну. Это уголовное преступление. Вы понимаете это? Я понимаю. Вы понимаете, да? Как зовут председателя? Николай. Николай. Сейчас выясним. Почему-то нет бейджика. Давайте. А, у вас совершено грубейшее правонарушение, а вас почему-то не было час на участке. Как так совпало? Ну, так получилось. Что значит так получилось? Где были? По своим личным делам вижу. По своим личным делам во время голосования? Да, имею право. Имеете право. Хорошо. Урна все еще не опечатана. Люди бросали туда бюллетени, кто приходил. Все сидят. Милиция разбирается. Вот приехала прокуратура, я так понимаю. Здравствуйте. Где председатель? Я. Да? Да, я. А вот с этим, я с прокурором. Хорошо, тогда знаю. Я предупреждаю, я снимаю, я член ТИК Юденко Анна Николаевна. А что у нас по факту вопроса инцидента? Ничего не могу сказать. А где председатель ТИК? ТИКа? Да. Не могу сказать. Вы сообщали? Пока нет. Вы пока еще нет. Почему? Прошел уже час, нужно признать. Урна все еще не опечатана. Люди туда продолжали бюллетени бросать. Нет, я сказал, пока жалоба не поступила. Жалобу мы хотели подать. У нас есть видео, мы хотели подать жалобу полчаса назад. У нас есть точное время на видео. Но секретарь отказалась принимать эту жалобу. Секретарь без меня. Секретарь не может принимать без вас жалобу? Я и сказал. Еще нет, пока что нет. Но у нас есть давайте видео. У нас все фиксировано на видео. Хорошо. Нет, мы хотим сейчас, чтобы опечатали урну. Вы в итоге что, приняли? Написал, да, все принял. Пожалуйста, дайте нам вторую копию. Поэтому необходимо вам принять решение. Вот жалоба наша. Понимаете? Прошло больше часа после вброса. Урна все еще не опечатана. Вот полиция разбирается. Можем еще снять. Вот этот член УИК Марина Сергеевна регистрировала человека, который впоследствии вбросил бюллетени, но она не помнит, кого она регистрировала, кого, чьи паспортные данные она записывала в книгу избирателей. Запомните ее, пожалуйста. Да, прокуратура. Я буду вам дать и расписаться здесь тоже, на опечатанном уровне. Хорошо, мы распишемся. От Единой России, от КПРФ и от представителей Бушии Восстановления. Подписи можешь позвать уже? Давайте вы, когда напечатаете. Кто здесь присутствовал? Да, да, да. Пожалуйста, оставайтесь на месте, я вас объясню.
И у нас, да, вы поняли. Это уголовное преступление, между прочим. Николай, не знаю, как по отчеству, наверное, знает, что это уголовное преступление. Почему-то его не было на участке именно в этот час. Зачем вы так опечатываете? Вы опечатываете... Крышку одену, сверху еще одену. Крышку одену и сверху еще печать поставлю свою. Пломбу. А давайте опечатаем... Сейчас крышку принесу. Хорошо. Чтобы люди не бросали туда. И тогда вы должны предоставить новую урну. Куда вот сейчас люди придут? Куда они будут бросать? Здравствуйте. Я представлюсь, я член ТИК. Юденко Анна Николаевна. Урна все еще не опечатана, тем не менее. А вот сейчас люди будут приходить голосовать, куда они будут голосовать? Поставить новую урну. То есть не вот эти? Ну, конечно. Да? Давайте, а то сейчас кто-то придет голосовать. Сейчас будет полиция брать объяснения у всех, кто присутствовал на тот момент. А почему-то наблюдатели от «Единой России» не очень активными были, я так понимаю, в это время. Член УИК Марина Сергеевна. Вот. Марина Сергеевна. Вот, я с техникой. А, с техникой. А, нужно зафиксировать, кто зафиксировал паспортные данные человека, который выдал, которому выдавали бюллетени. И она утверждает, что она не помнит, кого она заносила. Книгу. Так. Ладно. Это нужно? Вот приехала еще полиция. А председатель все еще опечатывает, а новой урны все еще нет. Вот человек пришел, куда он будет бросать бюллетень? Напомню вам, что... Избирательная комиссия бездействовала в течение часа. Сейчас 18:47.
пломбы поставили. Пожалуйста, поставьте новую урну. Полиция приехала. Зачем? Там личные данные. Я хочу просто посмотреть. Личные данные. Так, участок 179. Хочу ознакомиться с книгами в списках избирателей. И мне отказывают, ссылаясь на то, что в данный момент председатель вышел. Дайте мне, пожалуйста, книгу списков избирателей. Председатель придет, у нее... Она скажет разрешение, тогда я там, а так я не имею права. Так, ну здесь явно видно, что люди не владеют своими должностными обязанностями во время проведения голосования. Но почему, когда они придут, сейчас они придут, почему при них не можете, почему вот они я были? Я сейчас вспомнила, что... Ну, вот они сейчас придут, время... подождите. А я хочу придут? Сейчас посмотреть. Нет, вы вот я хочу сейчас посмотреть. Пока их нету посмотреть, нет, не имеете права. Так, ну вы, значит, я не знаю, как вы проходили обучение? Вас же всех учили. Сейчас так, они прекратите, придут. Наверное. Как что прекратите? Умницу себя здесь строить. Причем тут умница? Ой, ужасно. Мы же сказали, не имеем права, и все. Вот наш член с правом совещательного голоса, который зафиксировал вброс жесткий на 120-м участке в Малых Дербетах. Она подает жалобу на нарушение законодательства о выборах с просьбой об признании всех бюллетеней недействительными, об опломбировании дистанционного ящика, об проверке незамедлительной соответствия членов комиссии с правом решающего голоса количества бюллетеней с учетом выдачи по книгам списка избирателей, ведомости, передачи бюллетеней. По выдаче книгам и также прошу выявить члена комиссии ответственного за утрату бюллетеня и отстранить его от работы. Мы подаем жалобу, пожалуйста, зафиксируйте ее. Сейчас время, давайте покажем время. Сейчас время. Не, вот есть, где у вас часы? Вот время висит на участке, 120-й участок. Вот полицейский, который должен вообще-то нам помогать. Мы хотим подать жалобу. Комиссия бездействует. Что именно я должен делать? Помогите нам найти председателя. Помогите нам найти председателя. Хорошо. Смотрите, мы хотим подать жалобу. Комиссия бездействует. Произошло грубейшее правонарушение. Ну? Грубейшее по... Урну сейчас должны опечатать. Ну, ее не, сразу я, должны не были опечатать. Не полиция, не полиция, но вот поскольку все вопросы, ну, комиссия да. бездействует и жалобу не принимает. Пожалуйста, отдайте. Вы будете писать? Я буду писать заявление. Давайте пойдемте. Нет, сейчас я сейчас, я позже. Вы ко мне сейчас обратились, пойдемте писать заявление. Я позже напишу. Пойдемте. Я позже вы ко мне напишу. Обратились, пойдемте писать заявление. Я сейчас я хочу. Пойдемте. Я хочу, чтобы... Комиссия приняла нашу жалобу. Сначала надо писать заявление. Ну, правильно, вы же хотите, чтобы я вам помог. Да. На бездействие комиссии. Да. Правильно? Да. Я вам а говорю, вы без заявления не можете мне могу. Помочь? Ну, нужно вам написать заявление. Я потом напишу. Пойдемте. То есть сейчас вы нам помогать отказываетесь? Я вам помогу. Да, только после того, как я напишу письменное заявление. Правильно. Да? Хорошо. Я зафиксировала это. Давайте. А, пожалуйста, подавай. А я член ТИК Юденко Анна Николаевна. Пожалуйста, зафиксируйте жалобу. Придет председатель? Пожалуйста, зафиксируйте жалобу. Я без председателя. Пожалуйста, не примите жалобу. Бездействует секретарь ТИК. Сейчас узнаем. А,
Ольга Сергеевна. Не надо меня в интернет выкладывать. Вот вы бездействуете. Я говорю, без председателя я ничего не могу показать. Вы можете принять жалобу. Скажет, так я и буду делать. Вы можете принять жалобу. Я вы обязаны принять жалобу. Нет, вы сейчас обязаны принять жалобу. Смотрите, вся остальная комиссия также сидит, бездействует. Все вот наблюдатели от Единой России, а я вас имею право снимать. Вы нас не снимаете? Бездействует. Я имею право снимать. Вся комиссия бездействует. Урна стоит. Туда не опечатана, туда продолжают люди бросать бюллетень, а туда произошел вброс. Что-что? Вся комиссия бездействует. Председателя якобы нет. Полиция, я утверждаю. Полиция как полиция действует? Ждет от вас действий. Я вас прошу в устной форме. Найти председателя УИ, который вышел. Правильно? Нет, я вас прошу. А что вы меня просите именно? Вы на меня камеру, пожалуйста, опозите. Да. О чем является ваша просьба? Ясно и четко. Моя пожалуйста. Просьба. В устной форме, да, вы меня просите? Да, что я сделать? В устной форме. Говорите. Прошу вас. Прошу вас. Повлиять на комиссию. Все. Чтобы она приняла. Вот тут еще сотрудники полиции. Не, давайте к ней не чтобы она приняла нашу жалобу. И опечатали по нашей жалобе все. Урну. Да. Я понял. Почему? Теперь, чтобы да. это сделать, нам да. нужен председатель УИК. Хорошо. Вы жалобу его? Тоже? Жалобу, чтобы жалобу подать? Чтобы это совершить, нам нужен да. председатель УИК. Вы его видите? Я его не вижу. Все. Я сейчас отправляю сотрудников на его поиски. Вам это спасибо. Устраивает? Да, меня это устраивает. Серебристый тут собрали. Комиссия по правам человека проверяет. Нарушения были или нет? До свидания. И вам тоже. Номер всех пакетов последний. Ну, смотрите, проверяйте, сверяйте сам. Не считаем. Просто проверяем. Просто проверяем и показываем. Просто проверяем. Так, всем пакет номер. Наташа, а вот здесь кто? Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
Я имею право. Вы не имеете права меня ограничивать. Это не надо снимать, я вам говорю. Это сниматься не будет. Я знаю свои права и ваши обязанности. Давайте не будем. Давайте тоже не будем. Возможно, прописались буквально недавно. Вот этот реестр мне предоставьте, о последующих выбывших, убывших. Там показывается. У вас в конце этой книги должен быть реестр, в котором должны заноситься возможные записи о убывших, прибывших. Нет, не будешь, да, просто... Помнишь первый, на основании которого мы испытали эти помощники? Я вам покажу, но вы снимать не должны. Естественно. Но я могу снять это частично, прикрыв... Нет. Вы ошибаетесь. Нет. Вы, пожалуйста, нас можете снять. А списки мы вам показывать не будем. Вы захотите это куда-то... Это я понимаю закон о персональных данных. Предоставьте, мне нужно это увидеть. Да, я вам покажу, но... Я снимать еще раз говорю, не буду этот список. Ну вы снимайте. Я камеру отведу. Какая фамилия? Вторая спортивная. Две фамилии. Здесь идут по алфавиту. По алфавиту. Вы мне адрес покажите. Нет, вы мне фамилию скажите. Здесь они идут по алфавиту у нас. Дело в том, что она второй раз вышла замуж. Елена Вячеславовна. Фамилия? Давай по адресу поищем. Давайте по адресу. Вторая здесь от Адая. По адресу, здесь не по адресу, здесь от Адая. Просто я ей звоню, она трубку не берет. Была в районе, не абонент. Сейчас не берет трубку, видимо, рано. Хотя бы приблизительно фамилию вы не знаете, да? А может, вы не знаете? Дело в том, что вчера общественный наблюдатель от КПРФ попросила предоставить эти книги по данному адресу. Подошел к вам вчера вечером общественный наблюдатель. Она имеет полное право эти книги, вот эти вот, лежащие. Мы не показываем книги, мы визуально, она может посмотреть, что вот нет помары. Вы даже, правильно, да. А то, что вы говорите, это нет, извините. Вы даже не предоставили эти книги. Вы сказали со слов, что прописан вот один такой товарищ, Найминов. Ну, она, наверное, следует. Вам нужен реестр, который там идет исключению? Исключению. Ну, бывает же вот... Там же одна... Я помню вот это... Нам уже сказали, что Найминова. Она, кстати, почему она подошла? Я сейчас с ней переговорю. Что говорить? Я имею полные права. Так со мной еще никто не разговаривал. А я с вами не разговаривал вообще? Как не разговаривать? Вы вступили в диалог. Вы спрашиваете меня? Я обязательно спрошу. Не переживайте. Бича Этн. А что мне? Это представитель от КПРФ Эльза Мучаина. Можно? Да. Минут. Это вы мне через минуту? Да. Минут. Можно вас на минуточку? От
ТИКа было получено в количестве 420 штук по одномандатному избирательному округу и 420 штук по федеральному избирательному округу. Проголосовало 195 человек, погасили 225 бюллетеней по одномандатному и 225 бюллетеней по федеральному избирательному округу. Это я показывал. Ты сейчас видишь? Это я была, да, говорю, молодой человек. Полиция, почему вы просто сидите? Не матерись на... Ты сперва увидел, услышал, потом будешь выражать мне. Не ругайся, тихо. Не, вы успокойтесь. Это мой участок, тихо, не ругайтесь, вообще никто не ругайтесь. Все, тихо, успокойтесь. Все замолчали, все тихо стоят. Я прошу прощения, мы пересмотрели видео, кроссовки не те. Нет, мы вас не снимали на видео, мы смотрели только по кроссовкам. Как вы знаете, все, успокойтесь, все, никто не ругается. Все, хорошо. Себе нужно. Все, делайте, что мы все, делаем, да. Все, мы делайте, зафиксируем. Все. Молодой человек, что вы сейчас делаете? Просто молодой человек, сейчас поступать. Девять. У нас сейчас на улице номер 12 идет пересчет неиспользованных бюллетеней в присутствии наблюдателей и людей. Шепчутся. Не там. Вон там. Асланского все на камеру снимут. Так. Вот, допустим, 1000, если не так, было 2000, значит, нам нужно будет 1000. Так, пожалуйста, да? Смотрите, я закрываю. Ну, реестр я вообще хочу проверить. Сейчас я просто смотрю так зрительно. Мы не знаем, как. А у вас есть.
Так. Так, данный реестр не прошит. Пронумерован. Реестр у нас не пронумерован. Есть? Но не прошит. Но мы еще не завершили сейчас. Вы должны были до 2 часов это сделать. Нет, страница. А, страница? Да. Что? Страницы надо было написать. Реестр у вас должен быть прошнурован, пронумерован. Оттиск печати должен быть. Уже сейчас время 14:43, да? Да? Ну, 14:40 пусть будет время. Ну, сейчас у нас сделаем. Ну, чтобы потом не говорили, что у вас нету каких-то недочетов, что все у вас прекрасно, все заполнено, корректно. Корректно оформлен реестр, ведомости. Последняя запись у нас по реестру 93-я. После у нас ничего не перечеркнуто. Данный реестр не зачеркнут. У вас в 2 часа вы уже должны были это сделать. Уже прошло, в принципе, 40 минут, и этого было достаточно для того, чтобы завершить данную работу с данным реестром. Сейчас Розалия Равильевна устранит, да? Да. У нас все. У вас по инструкции же все прописано. Потом нам на наши жалобы отписывают, отказано, что все у вас прекрасно сделано. Элементарное заполнение реестровой ведомости не могут никак произвести. Почему заполнение мы ведем нормально? Ну, у вас изначально у вас было. Потом, когда вам уже объясняют, вы уже после этого исправляете. Все это по ходу действия. Ну, это не является грубым нарушением. Я же сняла перчатку. Да. 20 миллиметров. Это верно. 1900. Эти пломбы все на месте. Номера соответствуют. Ничего не нарушено, да? Переносной ящик номер 1. Вне помещения сегодня 19 сентября 2021 не использовался. Также не было использовано стационарный ящик для голосования.
Наталья Борисовна, пойдемте, пройдем, посмотрим алгоритм. Это вам остается. Алгоритм работы. Давайте вот любого. Здесь, да, да, да. Не имеем права. Да. Не, вы можете поближе подойти, послушать. А я вот так, чуть дальше, чтобы не видно было. Можно? Мне алгоритм нужно засунуть. С правом совещательного голоса. Ну, маленький пакет. Сейчас идет нарушение закона 81, пункт 6, пункт 7. Смотрите, я вам объясню по поводу того, что сейчас мы засняли, да? Алгоритм работы с избирателями. Знаете, закон 81, пункт 6, пункт 7. Когда подходит, ну, в принципе, все правильно делает ваш член комиссии. Нет, нет, не в дистанции идет дело. Она не берет в руки паспорт, вот, все правильно делает, клиент показывает, избиратель, ей паспорт. Единственное, что, это вот вам на будущее, сам член комиссии должен предложить заполнить громко, четко, ясно избирателю свои данные паспортные, либо, если сам попросит избиратель, его личная просьба, либо с его согласия. Она может спросить, как вам будет удобно заполнить книгу, чтобы я сама это сделала, или вы своей рукой заполните. И тут уже, если избиратель говорит, а заполните сами, а в основном так и бывает, то только с этим только с его слов и по его просьбе она может сама заполнять данную книгу. Избиратель может неправильные цифры записать. Ну, сначала должна предложить член комиссии. Честно, я первый раз. Ну, как правило, все боятся заполнять, либо кто-то плохо видит, либо ну, кто-то сомневается, и в основном идет просьба. И с личного согласия тогда избирателя уже она может приступить к заполнению данной раньше, книги. Ну, сейчас вообще были такие случаи, когда четко... Сейчас поспрошу, если бы лишний работ не делать, то поэтому так. Да. 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 Да.
дата, как сегодня, 15-е открытое. Книга номер 5. СМС-ки сбиваем. Так, прошнурована, пронумерована. И 2280 по федеральному. Знаете, да, как зарегистрировать? Ну, я могу пока присесть. Присесть не хотите? Ну, вы же пока заняты. Ответ же мне сейчас сразу не дадите. Входящие зарегистрируйте, я заявление заберу.
Сколько у вас? Не знаю, меня Наталья Борисовна снимает, я ее снимаю. Что у вас происходило с компьютером, что мы должны знать, правильно? Почему комиссия постоянно снимает меня на телефон? Потому что вы мне отказываете в элементарных вещах. Здесь было принял дату. Не-не-не, зачем? Вот здесь у вас уже. Бланк уже приготовлен для жалобы именно на председателя этой участковой комиссии. Это чтобы сократить мое время, потому что я заполняю в трех экземплярах для того, чтобы подать один экземпляр в ТИК. Поэтому, чтобы себе облегчить работу. Вам снимать девушка не обязательно. Я это не ваш конфликт. У нас вон камера снимает наша. Все, да? Тогда ответ чуть позже, да? Будет. Наталья Борисовна. Да, позже. Хорошо. А вам это по поводу ТИКа, когда сказали, что нет у них индикаторных лент? Вчера вечером. Вчера вечером? Только вот этим опечатывают, да? Они, в общем, вас не обеспечили 12-й УИК. Они сказали, вообще никому не давали. Никому не давали? Индикаторные ленты только России в пакетах. Зачем? У сейф-пакета уже идет индикаторная лента. А еще есть еще такие отдельные индикаторные ленты, но не вот этот скотч, который вчера говорили, что это индикаторная лента. Ну, то, что нам дали, тем мы пользуемся. Ну, значит, я буду писать сейчас заявление на имя председателя о том, что они вас не снабдили индикаторными лентами. Я вас предупредила. Да, на имя чужая. Регистрировать отказываетесь, да, жалобу? Потому что она адресована не мне. Хорошо. Я сейчас жалобу еще пишу о том, что вы мне отказывали в уборную комнату сходить, так как у вас там находятся личные вещи. Даже я вас попросила в сопровождении, вы мне ограничили доступ. Хорошо. Это ваше бездействие. Сопровождение. Сопровождение. Там находиться хоть какое время, хоть целый день.
Я не должна стоять. Но вы же сказали, что ждать, там ваши личные вещи. Вы обязаны нам обеспечить нормальную работу. То есть сходить в туалет элементарно. Я вас ничего такого не попросила. Так было, Наталья Борисовна? Я не могу вас отвезти в то помещение, где находятся. Но вы специально закрыли членов комиссии с правом решающего голоса. А где это прописано? Укажите мне закон, покажите мне тогда сейчас регламент ваш. Вы пишите жалобу, я отправлю юристам, и они дадут вам ответ на основании чего. Вы только отказы пишете, и все. На основании чего? Я еще сегодня напишу по поводу опять жалобу по поводу выездной комиссии. Что там не так? Что не так с выездной комиссией? Я вас предупредила, буду писать, ознакомитесь. Хорошо. Но до 9 часов мы должны покинуть помещение. Хорошо, я сейчас после уборки. После уборки. Буду. До 21:00 мы должны покинуть помещение для голосования. Хорошо, это от вас зависит. Все жалобы будут рассматриваться тогда завтра. Они рассматриваются день в день, и ответ мы должны получить тоже день в день. Они рассматриваются день голосования. День голосования продлен. День голосования официально. Хорошо, мы со своим юристом будем разговаривать. Ну, у вас здесь помещений нету, кто будет с клининг-менеджером. Ну, а где он? Где? Зайдите сюда, пожалуйста, с клининг-менеджером. Оставьте себе. Все, выходим на самообработку. Не, вон. Или вот есть. Вот. Не, вот. Мне вот номер нужен обязательно. УИКа? Да, УИК. УИК там только за кодом. А что, Минфин теперь называется центр этот? Ну, центр да. Учета? А где он? На калитке там висит. За калиткой? Да, на калитке прямо. Отчёты скидываете? Да. Всех обязали, да? Да. Ясно. Последний я остался. Вчера все скинули, мне быстрее. Все ясно. Как опечатали. Смотрите, как опечатали. Нет, здесь вы же в туалет ходили. Мы не ходили в туалет, нам не разрешают. Нам сказали ходить на улицу. Сейчас двери закроют, а мне выпечатают. УИК 12. Туалет с утра был открыт, сейчас закрыт. Никто ключи не предоставляет. Данную проблему решить не могут. Как будто никто ничего не знает. А как они посмотрят, это тайное голосование? А ты что, к мэрии относишься? К мэрии относишься? И что, мэрия просит, чтобы за Башенкаева голосовали? А дельбатрам не приносили эти документы? Говорят, по вашему району вчера носили уже готовые за Башенкаева. Они ж не видят, ты можешь голосовать тот, за кого ты хочешь. А не то, что скажет. В него еще. Ясно. Ладно, дома. Вот так. Опечатали. Вот. Опечатали. Надо этот сторож может. Да, сторож может. А что открылся на него?
Ну, потому что вот так опечатано, что дверь открыта. Надо же ее закрывать? Наверное. Ну, сначала надо, да, закрывать. Сторож! Заклеиваем все, надо. У нас сторож будет закрывать. У нас все открыто. Зачем вы открываете это все? Ну что это такое, блин? Ну надо же закрыть на ключи. Запечатаем, вы начинаете куда-то лезть. Не лезьте на эти самые, блин. Не отрывайте печати. Ну мы проверяем. Вы открываете печати, ёпарасоте, блин. Еще ничего не высохло, вы дергаете. Почему ёпарасоте? Он должен быть на ключ. Вперед, вперед, вперед. Выходите с этой печати. Да там все, все закрыто, все запечатано. Нет, пойдем запечатаем. Ну, я не знаю, что это попало. Мы не будем делать. Нет, сказали, вот ваше, и все. Я имею в виду, что мы не будем делать еще раз то самое. Это не Уж говорите, каждому безумству должен быть предел. Вы нам только что про двери так сказали. Точно так же по свету. Я вообще ничего не хочу. Я вообще сказала, как полицейский будет отвечать за охрану, если вы согласны, что тоже остаетесь. Кто будет закрывать на ключ все двери? Потому что... Ваня, почему ты должен делать? Вот Ирня есть, который работает. Он нам предложил в туалет ходить на улицу. Да, он нам не разрешает туалетом пользоваться. Мы поставили, это значит... А, новые? Девятнадцатое сентября, последний день голосования в кабинках ничего нет. Утро 19-го. Проходите. А можно зафиксировать тоже? Далее. Так, куда? Справа, лево, куда пойдем? Вот пойдем к нам, посмотрим эти двери, как это ключи. Идите за ними, идите. Сейфы покажи. Сердце.
Надо снять там наши. Поставили специально, чтобы вышли. Это же по камеру видно было. Сухо. Сейчас, сейчас. Открыто было, да? Свет включили? Нет, там да. Если включен, потом лучше. Доброе утро. Что, проходите, да? Кто спать, пожалуйста? Да, ждем, ждем, пожалуйста, сфоткайте. Так, сейчас давайте я эти сниму. Хотя бы на одном ящике сниму и пойдем откроем. Мы все равно мы их будем срывать. Заново отпечатать. Не, я знаю. Да-да-да, скрывайте пока. Где ключи? Целую.
Теория. Так, пойдем, здесь посмотрим, попробуем провал спустить. Так. И в подвал. Давайте пойдемте, я, наверное, треногу возьму, а то там два наблюдателя, которые не внушают доверия. Давайте сейчас подвал. Я хочу треногу забрать. Видеофиксацию свою. Это с бумагами, что хотят делать. Можно диагнозы вас пока поставить? Вот как вот так, что ли? Спускаемся в подвал. Здесь заключается такое. Ну, тут даже не знаю. Что это? Это котельная. Здесь. А что это за дверь? Где что было отпечатано? А? Ага, вот. Нет. А это что за дверь? А посмотрите сюда. Дверь не опечатана. Имеется окна. Не опечатанное. Я помню, если делали человек подвалит. Цокольный, наверное, это этаж, да? А? Ну, тут просто потолки такие большеватые. Я не знаю, а тут что за... А? А это что за дверь? Что за маленькая дверь? А? Я понял. Отсюда поедешь. Ну, здесь садам стоит открывать. Не дождаться. Здесь садик попробуешь.
Давайте посмотрим, что тут. Конечно, внизу можно еще открыть это. Тут, наверное, так не откроется. Нет, откроется. Мне вот здесь надо полностью грудь, он упирается вот просто. Давайте попробуем хотя бы. Не откроется. Не откроется. О, откручивается. Ну, если снаружи, честно сказать, если изнутри на такие нити закручены, сюда не зайти, только из-за углубления. Полностью не выключить, не открывается. Пока полностью не выключить, не открывается, это просто не открывается. То, что потом снаружи его закрутить невозможно. Так. Да никто не скандалит. Да вы не говорили, что вы скандалите? Нет, нам говорят. Так, не трогай двери вообще. Я смотрю, она закрыта или нет. Можно я не отвечать? Сейчас все еще, все 20 человек, вот забейте и дергайте двери. Сейчас есть председатель, она сказала, пройдемте. Все, председатель сказал, всем мутинам. Это вы говорите нахрен, а не удивитесь, пожалуйста. Почему вы нас нахрен посылаете? Никто никого не посылает. Выходите, блин. Вот. У кого наклейки, берите наклейки. Идите нахрен, наклейки, нам сказали. Идите. Кто сказал? Вот. Пойдем. Наклейки. Идите наклейки. Кто хочет наклейки? Самый начальник, главный, да? А вы двери? Это дверь. Вот. Не, вон там, вон там. Но здесь закрыто. Вот это звони. Вот так вот скажи. Это туалет, там тоже все окон, двери. Вот так они наклеили. С 11 группы сейчас потом отойдет. Алло. Она открылась. Это туалет. Алло, это туалет. Алло. 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 Так, решили, где будет
этот полицейский, а охрана детского сада где же там? Тоже там. И эту дверь опечатываете, да? Там все. Сейчас мы все забираем. А сверху там не по 100 далось? А? Сверху не по 100? А? Не по 100 соединять будешь. А. Судя по этому будет. Для открепа, да? Да, ага, не для открепа. Доп. Списки. На референдуме было бы уже 23 заберите что-то. А, у вас же там 20. Ну. Блин. Косо нажала и... Thank you.
компания. Все, давайте посмотрим на дне. Пусть он потом в 20:00 выдает эти контрольные соотношения. Да? Или нет? Сейчас распечатать. Ага. Включается, распечатывается, а потом в 8 утра тоже, да? Я не помню, что он распечатывает. Он распечатывает, да. Какой-то промежуток времени, наверное, не были введены, да? Наверное, скорее всего. Купер, так? Да-да, нам да. Всего принято бюллетени 364 за 17 сентября. В стационарном ящике для голосования 347. В переносном ящике для голосования 17. Контрольные данные по голосованию за 18 сентября. Всего принято бюллетени 295, в стационарном ящике для голосования 276, в переносном ящике для голосования 19. Суммарные контрольные данные по голосованию на 18 сентября 2021 года. Всего принято бюллетени 659, в стационарном ящике для голосования 623, в переносном ящике для голосования 36. Распечатано 19 сентября 2021 года в 7:40. Это контрольные данные в ходе голосования по одномандатному избирательному округу. По одномандатному. Угу, хорошо. Данные в ходе голосования избирательный участок номер 12 выбора депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва. Контрольные данные по голосованию на 17 сентября 2021 года. Все принято бюллетени 362, в стационарном ящике для голосования 345, в переносном ящике для голосования 17. Контрольные данные по голосованию за 18 сентября 2021 года. Всего принято бюллетени 297, в стационарном ящике для голосования 278, в переносном ящике для голосования 19. Суммарные контрольные данные по голосованию на 18 сентября 2021 года. Всего принято бюллетени 659, в стационарном ящике для голосования 623, в переносном ящике для голосования 36. Распечатано 19 сентября 2021 года в 7:40. Это контрольные данные о ходе голосования по федеральному округу. Субтитры сделал DimaTorzok.
Неизвестный человек, кстати, уже вторая съемка идет, ходит, приказывает взять на улицу, таинственный незнакомый штаб. Не представляется, кстати. Лица, они, если даже съемку ведут, то с места, где... Это нигде не прописано, никакой статье. Доверенные лица имеют полное право. Наблюдатель у меня по доверенным лицам имеет полное право. А я напишу А вы кто? А мы сегодня с вами встречались, и я вам сказала два раза, кто я такая. Третий раз подряд не буду. Вот поэтому не спрашивайте. Полиция, у него боится спрашивать. Вы тоже мешаете. Я делаю съемку, никого не трогаю. Вы здесь не делаете замечания, поставьте вот такой. Все, значит, замолчите. А мне ваше разрешение не нужно. Вы здесь никто. Для меня пока не ну, он, собственно, не знакомится. Кто-то вообще слушается. Даже полиция боится. Незнание закона. Ну, никто не знает, он по всему часто ходит, командует, что делать, председатели все перед ним лебезят, ну, как ваш председатель. Ну, он никому больше не представляет. Он заходит, все перед ним лебезят. Сам он не говорит, полиция, ну, председатель тоже не говорит, как-то таинственно не знакомится. Вот такие у нас честные, открытые выборы, друзья мои. Ходят какие-то таинственные. Да я, в принципе-то, я просто констатирую факт, причем так же и есть, правильно, дорогой? Вот. Так что, друзья мои, какие-то... Я не могу говорить, что вот такие незнакомцы будут ходить на указы. Надо представить, вот вы представили? Я представил, да. По крайней мере, с уважением к ним. А тут явно неуважение признали. Ну, что же делать? Такова нынешняя власть. Вы вот тихо иди пошли.
Видео или фото? Фото. Не, я видео сделаю. А в какую организацию? Не-не, вы положите и не тяните. Сейчас он должен затянуть. Чуть-чуть туда. Пропустите. Очень сложно что-то. Все. Я немножко видео сняла, чтобы не сильно. А что за организация? Школа. Как всегда. Да. А что это? Нет, ничего. Провалился. Там же место есть или нет? Да. 7-я, 6-я. Возле центральной, 6-й, 7-й ход. Входной двери. Группа. Вообще, это бюллетень просто фотографирует. Двоих, да, сразу? А что, в организации надо? А это не надо поворачивать. Просто. Что, организация требует? Сами. Так, два сразу кидать? Нет, по одному. Так, два я сделаю, три стегна. Третий мужчина. Очень подозрительный мужчина. Все время за мной ходит по пятам. Прислушивается, приглядывается. Видимо, хвост. Сила глухие двери. Я вот сейчас к председателю комиссии обратилась. Она мне сказала, что там находятся ее личные вещи, и что она нас в туалет не пустит. Я даже в сопровождении. Вот только что я подходила. Да, Наталья Борисовна? Сейф закрыт. Клумба не нарушена. А что за газеты разносили? А что за газеты вам разносили? Ну, вот эти агитационные. Агитационные материалы, да. Вчера? 17-го. Нет, не вчера. Это было то ли 15-го, то ли 16-го. На этом УАЗике приехал наш товарищ. Подозрительный наблюдатель. Она вот говорит, что член совещательного не имеет права
снимать, вести фото видеосъемку, да? Да, мы это проходили. Нет, нет, наблюдатель, да. Сейчас я вам открою закон. Нет, вот сегодня, вот уже второй день. Сейчас я хочу обратить внимание наблюдателей. Такую нервную обстановку создает народное место. Все идет у нас. Потому что вы все запрещаете. Вы нарушаете права. Никаких строгих нарушений или вбросов, или какого-то факта мошенничества у нас нет. Чисто рабочие моменты, где-то что-то, все мы люди. Поэтому давайте жить дружно и как-то все это решаем консенсусом. Но получается, что второй день идет работа. Ах, вы там что-то, ах, вы то-то. Вы создаете нервную обстановку для нас. Мы сидим в этих паримся. Вы бы не нервничали даже. Да я не нервничаю. Вы просто нет, а что у нас не честно. Работа не предоставили. Но вчера по жалобам, если вы хотите, у вас неверно было заполнен реестр, ведомости. Потом вы нашли инструкцию, начали делать закладки. Сегодня вы вынесли федеральный закон, чтобы читать. Вы на вчерашний день не знали. Просто мы вам указали в письменном виде, чтобы вы нам предоставили ответ по поводу заполнения документов. Так было? Я ничего лишнего вам не написала. Вы... Вот вы сами даже вот, без всякого этого, вот, смотря, как будто у вас цель, задача найти у нас какой-то изъян. Мы ничего такого... Знаете, нет. Вчера у вас, знаете, у вас вчера люди шли... Пожалуйста, но вчера у вас люди, вот смотрите. Можно скажу? А знаете почему? Я вчера не выступала, мне Наталья Борисовна нужна. Вот я не буду рассказывать, что это какие-то, это не ее основная работа. Но с ее терпением, она вот терпит, она вот на грани этого, мне самой ее жалко. Хорошо, слушаю вас. Вы просто, мы же хотим все, что честно говорим, да? Во-первых. Во-вторых, если вам нечего сказать, почему нет? Тем более, что законом, разрешается ходить по помещению. Почему человек не может передвигаться? Почему она ограничивает права? Почему же человек ограничивает? Скажите, я ограничиваю передвижение члена комитета правом совещания? Ну, сейчас не нужно на наблюдателей. Нет, я просто хочу узнать мнение всех. Это же свидетели, которые видят. В смысле свидетели? Но... Если у вас документально... Инструктаж у вас неправильный, потому что они говорят, ну да, вы просите выше с вашей 6 стороны правы, а мы тоже. Я вам первые сдавали даже экзамен. Вы не открыты, потом покажите. Так, сейчас давайте по-крупному, на будущее. В чем основная ваша претензия сейчас? Сейчас не используют, у нас нет сейфов. Потому что мы вчера попросили из этого сейфа все убрать, потому что это не сейф, это не сгораемый шкаф, который можно легко вскрыть. Со вчерашнего дня мы просили у вас индикаторную ленту, чтобы вы запросили. Что, пересчитывать не при нас, да? Пересчитывать не при нас? И не при камере. Пересчет идет не при нас и не на камеру. А зачем вам это? Но это же ценность. Сейф-пакеты, они номерные. Идет где с индикаторной лентой.
плечи, размер вины. Вы знаете, что санитарная обработка – это не повод выгонять наблюдательные женщины. Мы просто бегаем на палку. Нет. Законы не сказаны, что вы имеете право выгонять наблюдательные женщины. Что я по нормам? Освобождается помещение на время самообработки? Нет, освобождается, но принудить кого-то по своему помещению вы не можете. Что не по-человечески? Если человек хочет остаться, он может остаться. Что не по-человечески? Тогда и член комиссии решающего голоса должен оставаться. Ну, останьтесь. Кто? А мы не хотим хлоркой дышать. Не дышите, уходите. А ваше право. Ну, кто-то запрещает? Все? Нет, у нас еще много. Ну, ты что, в ЦИК не приняли? А? В ЦИК не приняли. По индикаторной ленте со вчерашнего дня я говорю. Говорят, что сказали, что индикатор. Вот сказали, что это индикаторная лента, но это на самом деле скотч. Говорят, что никому не выдавали индикаторную ленту. Не подержи, пожалуйста. Нашли «Справедливая Россия» индикаторную ленту. С ними. На основании этого вот письма Наталья Борисовна утверждает, что им не выдавали, что никому не выдавали индикаторные ленты для пломбирования сейфов. Два дня, 17-го, 18-го я подходила. 17-го неоднократно я подходила, спрашивала, запросили индикаторные ленты для пломбирования сейфов. Ну, бездействие. Бездействие председателя участка, да? Да. Номер 12. Ну, это видео скинешь мне, я повезу. Да. Еще сегодня это было. Что тут нужно? А что за организация? А? Минприроды, Минприроды. Сегодня Минфин. Я вас кого-то знаю. Ну, я вас тоже знаю. Вы... Да, Валина. И что, Минтруд вам говорит за кого? Ой, Минприроды? Ага, Минтруд. Не, не говорят. Говорят, хотя бы сфотографируйтесь. Я знаю уже за кого. Ладно. Какой? Такой, пожалуйста. 67-й закон. А, 67-й я хотела. Не, тебе же хотели показать. Боже, мне не надо показать, я его знаю. Потому что тебя спрашивают, потому что не знают. Что, сколько стоит? А туда ты не знаешь?
Ну, все законы выдержка, если все седьмого закона. Член комиссии с правом совещательного голоса. Имеет право. Его заблаговременно извещает на заседании соответствующей комиссии. Вправе выступать на заседаниях комиссии, носить предложения по вопросам, внесенным компетенции соответствующей комиссии, требует проведения по данным вопросам голосования. Вправе задавать другим участникам заседания комиссии вопросы, в связи с повесткой дня и получать на них ответы. Вправе ознакомиться с документами и материалами, в том числе со списком избирателей и бюллетенями, непосредственно связанными с выборами. Соответствующие вышестоящие комиссии получать копии этих документов и материалов. Со списком избирателей и иных документов и материалов, содержащих конфиденциальную информацию, даже отнесенную к такому порядку, установленному федеральным законом. Понятно? Вправе удостовериться в правильности подсчета по спискам избирательных голосов, числа лиц, принявших участие в голосовании, в правильности сортировки бюллетеней по кандидатам. Ну, короче говоря, я надеюсь, никаких больше не будет замечаний, и все пойдет ладно. Я надеюсь, что вы не будете больше ограничивать наши. Мы их не ограничиваем. Ну, я понимаю, что вы там не ограничиваете. Но я как бы хочу тоже, чтобы не было какого-то конфликта. Вы просто если сидите, то не так смотрите, обостряетесь на каждое мое слово. А потому что что потому что член комиссии Франции жизненного. Она ничего такого не делает. Вы на каждое ее движение обостряете. Человек ничего такого не делает. Она лишнего. Она все это делает все по своим правилам. Она делает, она ходит, она снимает. Я же расскажу. Вы извините меня, просто. А никто не снимал. Мы писали. Да. Я записывала. Я вы просто сказали, она хочет снимать. Она снимает, я ничего не говорила. Вы снимаете. Просто говорю, списки не просто взяли. Вы сами она списки не снимает. Человечек, если бы взяли, завредничались, там, допустили человека, коллега, во-первых, да? Потом про индикаторные ленты, ну, это вообще отдельный разговор, да? Я там буду сейчас тихо разбираться, почему они 12 поставили, да? Потом, я надеюсь, вы отпечатаете правильно участок и выйдете и запечатаете его так же. Вы знаете, все мы, если не будет, то... И надеюсь, выгоняете больше членов совещательного голоса, вы не будете, потому что нигде не сказано, что вы имеете право... Все выходят. Нет, вы не имеете права, потому что сохранность голосов... должна соблюдаться членами ДС, совещательным голосом, наблюдателем. А, ну, остается сотрудник полиции. Сотрудник полиции – это, знаете, не гарантия. Каждый от себя должен дать видеонаблюдение. Видеонаблюдение? Которое мне покажите, что работает? Конечно, работает. Вы мне покажете? Ну, позвоните, спросите. Вы же сами вот, я сама видеть. Знаю в том-то и дело, да. Я знаю, на каких участках есть видеонаблюдение. Поэтому я просто сейчас могу посмотреть. На вашем участке может быть даже не зарегистрировано, то, что у вас должно быть видеонаблюдение. У нас есть видеонаблюдение. Вчера вечером, скажите, позвонили от вас же? Просто есть обязательно. Позвонили и сказали, вы передвиньтесь. Сейчас я позвоню Тищенко, да, узнаем. Но все равно, это, знаете, все очень так. Как бы я хочу, чтобы вы не... Кого... И ваши жалобы, знаете, это как-то бытовые какие-то жалобы. Нет, это не нарушение, это я считаю. Почему бытовые? Дружба, дома, говоря, нарушение, это совсем другое. А заполнение ведомостей, журналов? При вас исправили все это. При вас исправили. Мы сделали замечание. Ну вот, допустим, вы в ведомости, да, вне голосования, ездили к знакомым, вы пишете, что по болезни, а человек не болеет, он даже не в курсе был, что к нему приедут. Нам звонят по телефону, как мы можем проверить, больной это человек или нет. Но вы вчера, вы вообще не писали причину. Сегодня в 7:33 заявленных человека... Везде написано по болезни, по болезни, по болезни. Ну это если прием заявления реестра по болезни. Ну, кстати, можно посмотреть? И даже не в курсе. Человек даже не в курсе, что к нему приедут. Он со мной есть член совещательного голоса. Если член совещательного голоса, пусть посмотрит. Ну, есть и посмотрим. Я не могу трогать. Она может листать, я могу смотреть. Мне листать не давали. Почему? Почему вы так говорите? Вы брали, смотрели. Вы сегодня сказали, все сами. Нарушение. Правильно? Почему графы не заполнены?
Вот опять. Вот это сегодняшнее, да, число? Здесь не было выезда. Значит, машина, видите, не было получено письменного заявления. 17-е, да? Вчера я вам тоже указывала о том, что здесь обязательно прописывается адрес. Телефон не обязательно, но адрес у вас обязательно должен прописан быть. Вы посмотрите, это какая графа. Вчера этого не было. Вчера было только вот первая страница и все. Ну, поднимите свои силы. Вчера это было. Вчера фотографировали. Знаете, их что карандашом вообще нельзя писать? До свидания. Ну, это предварительно, когда они поедут голосовать. Я когда гарена. Чего вы там разобрались, да? Средства. Мы на садике на 12-м уике. У нас тут тоже самые проблемы. Что какие у нас проблемы? Карандашом у нас в списках. А что там решили? Выписки должны быть полностью заполнены, да, все графы? Это вот все графы заполнены, когда все выехали и проголосовали. Вот мы это заявление заполняем. Вы посмотрите сначала, что здесь. Почему все графы? Ну вот дата и время письменного письменного по телефону написано, да, потом прием письменного заявления. Когда письменное заявление принимается, тогда ставится дата и время. На основании письменного заявления. Так, а заявление можно посадить в выезд? Вчера, например, еще такое нарушение было. Доверенное лицо просит посмотреть заявление. Пришло на основании. Вне помещения. Присутствие члена комиссии с правом совещательного голоса. Доверенное лицо хорошо. Хорошо. Вчера у вас, допустим, было одно из нарушений, что вы заполнили журналы в книгах людей, которые еще не поставили свою подпись, но по списку они. Участка, вы имеете право снимать? Я предупредила. Вы имеете право снимать? Вам сказал. Вам сказал человек о том, что она не согласна. Вы сейчас нарушаете процесс. Сейчас вот выходит, вызывает, смотрит, что вы. Вот здесь сейчас смотрит. Вы спокойно голосуете, не мешаете. Что это такое? Вы нам сейчас мешаете. Сейчас стоит женщина и смотрит, что тут происходит. Вы знаете, что сейчас идет? Сейчас на этом участке сейчас происходит административное нарушение. Сейчас мы будем вызывать полицию. Вы вызываете, вы просто сейчас мешаете по избирательному процессу. Заявление. Время, дата. Это вчерашний, да, выезд? Да. Почему подпись одна? Есть у вас 11 членов. Перелистывайте сам. Следующий. Почему без подписи? Почему не заполнен? Почему подписи нет? Можно на основании этого. На основании этого мы напишем жалобу. Заявление некорректно заполнено. Переносной ящик не заполнен. Графа. Вы знаете, что реестр заполненного у вас некорректно? Я вчера писала жалобу, мне отказали. Мы эту жалобу сейчас отправим в ТИК. В чем некорректность заполнения? Ну, у вас не хватает, допустим, подписи вот здесь. Подписи нет, графа не заполнены. Покажите.
Подскажите именно, где не хватает? Ну вот, реестр, мы про реестр говорим. Ну реестр вы вчера устранили. Даже вот Мегмер Горяевна вчера приезжала, она вам все показывала. Вы еще уехала комиссия вне. Вы имеете право? А вы имеете право снимать? Мы имеем право. А вы нет. Какое имеете? Покажите. Покажите закон. Вы же ни одного закона мне не показали. А вы мне показали? Я вам показала. Я прочитала. Вам прочитали. Я, извините меня, не юрист. Вы не юрист, но вы председатель участка. Вы должны знать законы. Если вы тем более опираетесь на него. Так, дальше. Давайте посмотрим. Выписка из реестра. Почему карандашом? Ты снимаешь? Где ты? Не имеете права снимать, я сказала. Вы не член совещательного голоса. Да. Такой же член комиссии. Так, почему карандашом? Что за отметки у вас? Где? Когда подъехать? Дальше. Я считаю, что это не нарушение. Но все равно карандашом. Это что такое? Что написано карандашом? Приедет на момент. Ну все, это жалоба. Это очень основание. Это поездка для члена УИК, который поехал вне помещения. Ну человек, вы написали, приедет на УИК, получается, человек, надо его вообще проверять, может быть, он сюда приедет. Вот на основании этого, да, пишу. Ты снимаешь? На основании выписки из реестра, да. Привет. Ну здесь опять карандаши, да? Опять подписи нет. Давайте акт туда составить. Давайте акт составить. Комиссию вот вы знаете, это вы мешаете комиссии. Можно акт составить. Вы мешаете работу комиссии, мешаете избирателям. Но вы сейчас мешаете, мы сидим. Вы больше кричите, женщины. Больше вы кричите. Я предлагаю, как члены комиссии, может быть, составить акт о том, что данные... Сейчас мы вызовем полицию и будем тогда все вместе все создавать. Выездная группа, да, нам нужна будет выездная группа. Все. Вы сами просто обостряетесь. Мы бы и без выездной группы, без полиции все обошлись. Да, мы просто разговариваем, а вы говорите то, что мы, вы не мешаем. Вы орете, вон та женщина там орет, да? Этот, я так разговариваю, у меня такой голос, я так разговариваю. Очень. Член комиссии шепотом разговаривает. Я не умею вдруг шепотом разговаривать. Но у меня такой голос. Я сейчас была на УИКе. Я была сейчас на участке. Я сейчас была на участке номер 17. А там председатель УИКа очень громко разговаривает. Ну если у меня такой голос. Мешаете секретарю. А вы кто такая? А вы кто такая? Ну, ставьтесь, ну вы просто. Я представлюсь, я зарегистрировалась. Но вы представьтесь, кто вы такая? Но вы представьтесь. Где ваши документы? Я тоже как член комиссии имею право сейчас на вас составить акт. Давайте. Уважаемые наблюдатели, давайте ставим акт о том, что девушка не представилась. Я представилась и зарегистрировалась председателем. Мы вас я зарегистрировалась. Мы вас не знаем. А вы кто такая? Что а вы кто такая? Сейчас я предлагаю тогда акт составить. Да, я согласна. Процесс избирательного. Мы не мешаем процессу. Выборы проходят спокойно. Нам нужна группа на сайт. На избиратели идут, и они решают внимание, что сейчас происходит. Да, 12 сейчас. Приезжайте, да. А еще нам нужен юрист и полиция. Мы же наблюдатели, мы же смотрим, что здесь все проходит спокойно. Спокойно избиратели голосуют спокойно, без всяких нарушений. Здравствуй. Ты знаешь победу на 12 часов? А тут все права нарушают. В первую очередь вы права нарушают. Детские садики, да, заставляют селфи делать. Ну, давайте телефон. А, мой телефон, да? Ага. О, где, чтобы мы с тобой? А мне вообще? Ну, я с тобой. Ну, видите, фотографии сказали прислать в детский садик. Что проголосовали, чтобы было доказательство, да? Он у вас не заблокирован?
Говорят, селфи надо делать. Я не знаю, как селфи делать. Селфи это вот так, друг, на себя, себя смотрите, да. Ну, так, я вот так. Участок есть? Ну вот, ловлю тень. Так, а ну сейчас со вспышкой попробую. А есть вспышка? Так, вы можете моргнуть, наверное. Так. О, ой, листва когда это? А вы в этом садике, да, работаете? О, видать. И что, вот так пойдет? А пойдет, вот сейчас работает. Не, не в этом. В центре. В центре садик. Все, ладно. Ладно, всего доброго, до свидания. Мы по поводу сейчас индикаторной. Мы по индикаторной ленте. Сейчас. По индикаторной. По индикаторной ленте не приняли. Мы еще проверяем, если голосование. Если не голосование вообще заполнится нарушением. Сейчас мы не проверим, жалобы составим. И я увидим. Но так как вы стали тут возмущаться, да, то, что мы тут что-то нарушаем. Сейчас приедут юристы, будут разбираться с ними сами. Вы сами это все захотите. Вот мы сейчас идем к тебе сказали, напугать на того, что... Нет, я вам просто объясняю. Вы ну, же... вот, видите, вы же тоже можете с полголоса разговаривать, вам тоже... Я не полголоса вы... разговариваю, я сейчас шепотом разговариваю. Потому что там вы же тоже громко разговаривали, мы до того, как вы громко не стали, мы вам даже громко не просто... сказали. Нет, вы просто сами стали орать, вы же вам не ну, потому что... Ну, потому что... Ладно, извините, я на ваших сетях тоже у меня как бы... Просто разговаривали с председателем здесь, да? Ну, правильно, может, может, зачем вы третьего, пожалуйста? Алло, извините, алло. Сейчас мы будем приедем, я к вам. Будем закрывать этот участок по полной программе плеч. Не, она где-то здесь.
находящегося в помещении дома Семена. Видите, да, что он пустой там нет? Дай себе сделать совсем. Все, 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 все. Все, бомба. Пролезь в заглубление, чтобы ничего не было. Это на всякий случай, что вдруг нечаянно. Все заскочено. Планируются переносные ящики для выезда, для голосования в помещение. Ящик совершенно пустой. Вот, еле закрыли. У меня он пустой скотч, по-моему. До начала голосования осталось 10 минут. Ту не одеваете? Верхнюю крышку не одеваете? А, подожди. Это я просто здесь бомбу ставлю, поэтому... Она не через это отбивается? И вот так? Не, это крышка внутри. А там еще есть крышка здесь, с той стороны. Я сейчас не понимаю. Вернее, я сразу сделаю. По движение. Там еще пришло. Вот. Ну, я говорю, просто по ходу движения. Переносной ящик номер 3 для выезда, для голосования помещения опланировано. Подойти. Опланируем переносной ящик номер 2 для голосования в помещении. Переносной ящик номер 2 для голосования вне помещения опланировано. Можете подойти и ознакомиться с номерами. Переносной ящик номер 1
для голосования в помещении. Давай 23. Не пустой. Чего здесь нет? Производим опломбирование. Переносной ящик номер один асфальтирован. Можете подойти. Опечатанная комната. Есть комната для членов комиссии. Она не опечатанная. Рядом комната стоящая. Опечатана, но нарушена целостность.